Так, это снова я. Сейчас снимаю видео, как я буду снимать слой винила и накладывать его снова на Lexus, который у которого цвет не отображается нормально. Именно цвета передачи. Так. Lexus. Какого-то хрена стал белым. Че, не знаю, короче. Выходим из хаты. Достаем Lexus. Lexus белый. Врубаем фонари. Едем на тюнинг. Блин, еще бензин нет у нас. Заходим в тюнинг. Смотрим наш винил, снимаем наш винил. Ну это пиздец, конечно, да, очень смешно продать винил. Все, продали наш винил, который невыгодно было вообще продавать, потому что он для меня денег стоил. Ставим другой винил, первым слоем. Все, белый. Собственно говоря, ничего удивительного в этом нет. Винил. Ну вот, можем его еще раскатать еще на куче, всю машину. Размер. Сохранить. Белый. Белый винил, как снег, значит. Да, и эти пропил, значит. Очки для гонок, значит. Которые мне никто не вернет. Смотрим опять на машину нашу. Горе машину. Парковка. Вот Lexus наш. Бедный, припедный. Вот у него естественный цвет. Естественный цвет нашего Lexus теперь стал. Счет винила, который раскатали. Вот он такой стал. Типа, не знаю, типа пародия на леопарда. Выходим из этого, из парковки. Сейчас я не знаю, что с Lexus'ом, значит.
Lexus. Он до сих пор белый. Вот, живи теперь с этим, называется. С белым Lexus.